Всем привет! Мы на Сан-Мамесе, где сегодня смотрим... Позвольте представиться, ваши комментаторы сегодня — это Георгий Черданцев и Константин Генич. Смотреть мы сегодня будем трансляцию первого матча этой пары в плей-офф. Отличная атмосфера сегодня на трибунах, очень красочно. И болельщики ведут себя громко. Надеюсь, игроки вдохновятся этим. Хозяева сегодня начинают матч в ранге фаворита. Большинство экспертов отдает им предпочтение в этой паре. Но я бы не стал забегать далеко вперед и говорить о шансах прямо сейчас. Хотя, как бы этот матч не закончился, мы прекрасно знаем, какие сюрпризы могут быть в плей-офф. Старая добрая 4-4-2 схема у них сегодня. Да, классика жанра. А это стартовая расстановка гостевой команды. Судя по... Видимо, придется искать другие пути к воротам. Атлетик 80-е годы был грозной силой в Испании. Под руководством Хавьера Климента команда брала золото примеры и играла в агрессивный футбол, которому долгое время не могли дать отпор. Атлетик не смог выиграть ни одного трофея с тех пор, как завершилась эра Климента. Приглашение таких успешных тренеров, как Хосе Анхель Ирибар, Ховард Кэндалл, Юб Хайнкес и Марсело Бьельса, и даже последующее возвращение Климента, к сожалению, не смогло возродить былого успеха. Идут они в атаку. Рауль Гарсия. Отлично вратарь играет. Штанга. И мяч в сетке. В самом начале матча получается у них выйти вперед. И это очень хороший старт. Смотрим еще раз этот гол. Знаешь, Георгий, вот в этой ситуации я вратаря винить вообще не берусь. Просто не повезло. Один ноль в нашей игре. Это серьезная была заявка на гол, но защита не спит. Мяч все ближе к воротам, атака продолжается. Ждет он вариантов для атаки. Штрафной мяч, опасно может быть. Свисток арбитра, будет штрафной. Карточку почему-то решил не показывать. Муньяи. И есть куда бежать ему дальше. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Самое скопление игроков, угловой подан. И ничего опасного здесь. Здорово работает с мячом и двигается к воротам. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Хороший пас верхом в атаку со своей половины поля. Какой отбор! Вовремя успел выбить мяч. Они продолжают идти вперед. Есть что придумать в атаке. Выигрывает борьбу у соперника. О-хо-хо-хо! Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо. Гол на все времена. Смотрим еще раз. Шикарная радуга и мастерски завершающий удар. Не знаю, как вы, друзья, а я вообще не могу припомнить, чтобы такие трюки в последнее время кто-то исполнял в игре. У меня просто нет слов.
2-0 счет теперь. Кто знает, может быть, еще голы мы увидим. Получилось отдать на ход. Отличный пас в разрез. Вратарь справляется с ударом, но мяч в игре. Смело играет вратарь. Смело и уверенно, что важно получилось оказаться на мяче ровно тогда, когда нужно. До сих пор думаю, что прошлый голевой эпизод — это один из лучших моментов матча. Как сыграл голкипер. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. Хорошо задумал, но исполнение подвело, конечно. Мяч идет мимо ворот, хотя признаем, что очень сложная позиция для удара. Микель Вездер. Классно он мяч перехватил. Отличную игру прочитал сейчас. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации? Браво! Вратарь, браво! Но это совсем мимо цели. Удары с лета получаются сильные и красивые, когда мяч хорошо ляжет на ногу. Здесь же явно не тот случай. Рауль Гарсия. Теряют они мяч. Не удел оставили обороняющегося. Удар отбит, и нужно играть. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. И смотрим повтор гола. Вратаря здесь можно винить в последнюю очередь. Вот что я скажу. С первым ударом все было великолепно, но, к сожалению, не повезло с отскоком. Счет 2-1. Отличный проход. Отлично сыграно. Теперь они могут начать свою атаку. Отдает он передачу. Можешь. Нужно забивать! Мяч в сетке, и у нас ничья. Несмотря на все прогнозы, у этой команды есть характер. И сдается мне, что самое интересное еще все впереди. Хорошо, на повторе видно, как здорово он обыграл защитника. Я бы особо отметил завершающий удар. Просто мастерское исполнение со средней дистанции. Недоволен тренер. Его команда пропустила и позволила сопернику счет сравнять. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Атака сильнее в этом моменте оказалась, оборона. Есть у него место для движения. Вот это момент был, но мяч не попал в ворота. Всегда обидно не забивать после выхода 1-1. Мяч перешел к другой команде. Идет атака флангом. Тут есть свободная зона. Уильямс. Ну, решай же! Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но вратарь молодцом. Мы видим, как реагирует тренер на этот момент. Сейчас его команда могла выйти вперед. И прямо в центр штрафной мяч летит. Не получилось тут толком мяч выбить. Классно сыграно.
Команда уходит на перерыв. Зритель... Начинают второй тайм команды. На фланге есть свободное место. И навесить тут нужно. Есть пространство, есть варианты для развития контратаки. Прям необходимо им быстрее вернуться назад. И как здорово вратарь играет, просто молодчина, герой момента. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы, давно их команда не имела моментов забить. Пошла подача. Вратарь без проблем забирает мяч. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать. Иньяки Уильямс. Блестящее спасение! Навязал тут соперник борьбу за мяч. Очень хорошо соперники разобрались в ситуации и заставили мяч вернуть. И теряют они мяч. Вне игры боковой арбитр четко дает понять, что игрок не успел вернуться за линию офсайда. Но было опасно, согласись. Просто передача пошла чуть раньше нужного. Замена у нас. Один соперник отыгран, идет вперед он. Идут в атаку они. Нужно забивать и выходить вперед. Ох, как опасно было. Отличный удар получился. Замена у нас будет. Избавляться от мяча сейчас надо. Соперника просто не заметил. Муньяин может пробить. Но это просто супер вратарь! Рауль Гарсия. Можно забивать. Браво, защитник! Хороший прессинг сразу после потери приносит плоды. Аут будет вбрасывать соперник. Можно навес сделать здесь. Сейчас главное сыграть быстро и четко, и тогда контратака может выйти очень опасной. Рауль Гарсия. Нужно выходить вперед, бей! Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец!
Не знаю, что тут добавить. Гол в пустые ворота, ни вратаря, ни защиты. Где все? Доволен тренер игрой своей команды. Теперь они выигрывают. Игра продолжается. Счет 3-2. Основное время истекает через 20 минут. Муньяи. Без мяча соперник. Хороший отбор. И что дальше тут будет? Шанс убежать в контратаку есть у команды. Отличный пас он отдает. Хорошо сыграл защитник, не дал навесить. Отлично в отборе сыграно, будет угловой. Им позарез нужно забить, так что эта тактическая замена абсолютно оправдана. Центр штрафной, пошла подача. Отличная игра вратаря. Так и надо действовать на угловых. Как хорошо он игру прочитал. Красиво сыграно, как эффектно. И есть возможность тут. Гол! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один мяч. Повторяю, там гол. Замечательную комбинацию они разыграли. 2-1 они вышли, и было очень легко такой момент реализовать. У них получилась отличная атака. Шесть голов наколотили друг другу команды, и у нас 4-2. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Мяч ушел на угловой. Нужен свежий игрок на поле, будет замена. Идет мяч в штрафную. Очень здорово прессингуют они. Хороший по задумке пас. Но все же не получается. Пас на перехвате уверенно сыгран. Может что-то из этого прохода получится. Мяч у вратаря. Все в порядке. Такой пас, ну, никуда не годится, мяч перехвачен. Выигрывает борьбу у соперника. Ищет он варианты атаку продолжить. Мяч в середину штрафной идет. Все возможности для контратаки перед ними. У соперника в итоге мяч оказывается. И все! Арбитр дает финальный свисток, и болельщики хозяев счастливы. Их команде еще предстоит большой путь в этом плей-офф, но в этом матче они заслужили победу. Выигрывает борьбу у соперника.
О-хо-хо-хо! Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо! Удастся ли выжать максимум из этой ситуации? Браво! Вратарь, браво! Не удел оставили обороняющегося. Удар отбит, и нужно играть. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Отдает он передачу. Может что-то получиться из этого. Нужно забивать! Мяч в сетке, и у нас ничья. Несмотря на все прогнозы, у этой команды есть характер. Издаю. Уильямс. Какое спасение! Здорово играет голкипер. Из хорошего положения наносил удар соперник, но... И как здорово вратарь играет! Просто молодчина! Герой момента! Рауль Гарсия. Нужно выходить вперед! Бей! Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец! Как хорошо он игру прочитал. Красиво сыграно, как эффектно. И есть возможность тут. Гол! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один мяч. Идут они в атаку. Рауль Гарсия. И мяч в сетке в самом начале матча. Получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Смотрим еще раз этот гол. Знаешь, Георгий, вот в этой ситуации... Идут они в атаку. Рауль Гарсия. И мяч в сетке в самом начале матча. Получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Смотрим еще раз этот гол. Идут они в атаку. Рауль Гарсия. И мяч в сетке в самом начале матча. Получается у них выйти вперед, и это очень хороший старт. Смотрим еще раз этот гол. Выигрывает борьбу у соперника. О-хо-хо-хо! Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо! Гол на все времена! Выигрывает борьбу у соперника. О-хо-хо-хо! Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо! Гол на все времена! Выигрывает борьбу у соперника. О-хо-хо-хо! Не знаю, как у него это получилось сделать, но получилось неповторимо! Гол на все времена! Не удел оставили обороняющегося игрока. Удар отбит, и нужно играть. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч.
Не удел оставили обороняющегося игрока. Удар отбитый, нужно играть. Этот гол возрождает интригу в матче. Теперь разница в счете всего в один мяч. Отдает он передачу. Может что-то. Нужно забивать! Мяч в сетке, и у нас ничья. Несмотря на все прогнозы, у этой команды есть характер. И сдается мне, что самое интересное еще все впереди. Отдает он передачу. Может что-то. Нужно забивать! Мяч в сетке, и у нас ничья. Несмотря на все прогнозы, у этой команды есть характер. И сдается мне, что самое интересное еще все впереди. Рауль Гарсия. Нужно выходить вперед, бей! Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец! Рауль Гарсия. Нужно выходить вперед, бей! Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец! Рауль Гарсия. Нужно выходить вперед, бей! Хотя вратаря и не было на месте, еще надо было в створ попасть издалека. Молодец! Красиво сыграно, как эффектно. И есть возможность тут. Гол! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один мяч. Красиво сыграно, как эффектно. И есть возможность тут. Гол! Команда полностью управляет игрой и забивает еще один мяч.